Этим малышам не больше 6 лет. Однако гибкость, красота и грация для них уже не просто слова, а цель, стремиться к которой детей учит тренер по художественной гимнастике Анжела Назарова. Дети, они от природы все талантливые, но побеждают и занимаются дальше. Идут к разрядам дети, которые более терпеливые, более выносливые. Самых упорных и терпеливых спортсменов выявляли на соревнованиях «Рождественские снежинки». 20 малышей демонстрировали шпагаты, бабочки, мостики. Все, чему они научились за несколько месяцев тренировок. Почти для всех юных гимнасток это первые соревнования, которые позволили им выявить свои сильные и слабые стороны. Самое было легко – колесо, складочка и шпагаты. И прыжки. Самое сложное для меня – это бабочка. У меня не получается касаться коленками пола. Но ты будешь работать, да, над этим? Я буду стараться. Проигравших на этих соревнованиях не было. Грамоты и подарки получили все спортсменки. Ну а главное – это первый бесценный опыт, который позволит детям прочувствовать дух соперничества и укрепить в них стремление к новым свершениям и победам.